Привет любителям недорогих трехканальных вертолетов и мотиков, которые падают. Мотик давно, да, у меня что-то я забыл о нем рассказать на самом деле. Я выкладывал видео, как он ездит. Это беда просто была, поэтому он меня очень сильно разочаровал, и я его просто забросил на полку. Давайте я вкратце просто скажу, и вот здесь вот внизу ссылочка, можете посмотреть, как он ездит. Он очень медленно ездит. Аппаратура у нас с антенкой, да, как я и говорил. И здесь у нас стояли боковые колесики. То есть у нас мотик был не на двух колесиках, а на четырех. Соответственно, скорость набирает очень медленно, ездит очень тихо, поворачивает радиус разворота очень огромный. Плюсов я у него не нашел за эти деньги, поэтому не знаю. Мотик по мне так не стоящий, ну прикольный, как бы он выглядит прикольно, размер тоже вроде ничего, но ездит очень плохо. Убрал я колесики, как вы видите, без них он сразу заваливается и никуда не едет, поэтому ездит только с колесиками, только медленно и делает большой радиус разворота. Все, больше у него плюсов абсолютно никаких нету, вообще у него очень мало плюсов. Так, теперь новиночка у Симы, это вертолетик F4. Что могу сказать о нем? Что могу сказать? Три канала, во-первых, пультик у нас от Xbox включается. Так, верхний сделаем, лампочка горит. Это у нас триммеры, то есть триммер рудера. Эти не действуют кнопочки, это, естественно, тоже не действует. Здесь зарядочка. Вот эти боковые кнопочки, они нажимаются. Он пиликает на них, но на самом деле они ни за что не отвечают, поэтому это просто обман. Ну, типа как у Xbox сделали, только вот еще не хватает двух. Вот, обманули нас. Какие плюсы у него есть? Во-первых, здесь, как вы заметили, нету никакой антенны, нету никакого инфракрасного вот этого фонарика, да, у нас. То есть управление здесь 2,4 ГГц. Это, конечно же, плюс. Плюс это... Это плюс, и, в принципе, зачем это здесь нужно, я не понимаю. То есть мы можем и на инфракрасном полетать дома без проблем, ничего у нас не будет пропадать. Но он как бы и 2,4, это у нас для полетов на улице, то есть на расстояние, да, чтобы не пропадала наша связь. Но на нем на улице просто не полетать, поэтому это бесполезно. Даже в малейший ветер, просто был ветер очень маленький, я решил его поднять, и, соответственно, он полетел туда, куда его понес ветер. Ну, как бы это плюс, что здесь 2,4, да, это очень хорошо. Давно пора уже отказываться от инфракрасного и переходить на более, да, управление лучше. Еще какой плюс у него есть, это сменный аккумулятор. То есть здесь аккумуляторик на 150 мА, можно накупить аккумов, то есть и ставить, менять и летать. Очень удобно, молодцы, что это продумали, мне очень понравилось. Вертолетик тихий очень такой, летает, в принципе, послушно. Поэтому, ну, летает, добротно летает, как трехканальный вертолет. Конечно, мы все суперпилоты и понимаем, что три канала – это очень мало, нужно начинать с четырех каналов, поэтому только чисто как побаловаться. Прикольная рама, пластиковая, шестерня закрыта. Собственно, сделан добротно, то есть никаких претензий к качеству вертика нету. Летает добротно, как трехканалка, можно зависнуть на месте, можно полетать, но, естественно, нам не хватает наших кренов, наш четвертый канал, поэтому, ну, трехканалка, если кто хочет трехканалку, пожалуйста, но мой совет начинать сразу с четырехканального вертолета, а это просто баловство, поэтому чисто для детей самый дешевый вариант, если рассматриваете купить, да, то можно. Так, все, канапа вроде закрылась. Поэтому вот, собственно, вот так вот. Смотрим, как он у нас летает, наш вертолет. И естественно, покупаем четырехканальный. Всем спасибо, до новых встреч!